Иран и Саудовская Аравия – мировые лидеры по количеству смертных казней. Далее идут Ирак и Пакистан. Это данные из ежегодного доклада правозащитной организации Amnesty International. Между тем, общее количество смертных приговоров сокращается. За минувший год в мире провели 993 казни. Это на треть меньше, чем в 2015 году. Впрочем, в докладе не учли смертельные приговоры в Китае. Там их выносят немало, но это засекреченная информация.